Симба. На самом деле мы еще вообще не разобрались в этом отеле. Здесь несколько ресторанов и всего такого. Мы пришли в первый попавшийся. Сейчас будем есть. По классике люди на завтрак едят много хлеба. Куча булок. Куча булок. Нам не подходит. Идем дальше. Вот это, кстати, маленький мангулик. Мусина любовь. Подходит. Всякие нарезочки. Ну, на отдыхе можно. Жареный бекон. Жареный бекон, жареный сосиски. Каша молочная. Что-то жижа фасольная какая-то. Какая-то жижа, да. Грибы. Картошечка. Всякие детокс-напиточки. Что там? Акуна матата. Мангули. Это как называется? Забыл. Маракуйя? Ананасики, арбузики и мини-мангули. Пошли, чем ты будешь питаться в ближайшее время? Yes. Hello, how are you? Yes, okay. Блинчики всякие. И топпинги. Финики, орешки, все, что хотите. Мясня на дно. Яйца на завтрак. У меня тоже яйца, только жареные. Немножко сосисона. Жареные, толстые, короче, нормально. Погода здесь меняется просто вообще, прям как в Краснодаре. Утром было солнце, потом дождь, и вот опять солнце. Все прекрасно. Все остальное покажу вам потом. Еще немного, и может пойти снег. Может быть. Если как в Краснодаре. Нам приятного. И всем, кто ест. Приятного аппетита. Я только что сказала кисе фразу, которая прямо вот подошла на 100%. Да, я губы в еде. Ну что, я ем. Я человек. Оп, пардоньте. А? Все равно не еде. Ну, можешь рассказывать. Я все губы вытерла из-за туда. Все, еще в еде? Еще в еде, но не важно. Короче, я ем яйца, говорю. Яйца, они в Африке яйца. Мы правда в Африке, я правда ем яйца. Идем с Моськи изучать дно. Когда отлив, очень много всякой живности, можно посмотреть. И, кстати, сильный ветер. И если будете куда-то ехать, и вам нужно записывать хороший звук, вот такая штука, микрофон с ветрозащитой. Моська называет его хомячок. Когда начинается отлив, появляются вот такие вот водорослевые фермы. Здесь трудятся обычно только женщины. Чем сильнее отлив, тем сильнее будет сейчас видно эти водоросли. Водоросли в виде маленьких кустиков привязывают между колышек, и когда начинается прилив, они очень быстро начинают расти. И, кстати, эти водоросли используют и для питания, и для косметики. Вот эти вот водоросли альгая добавляют во всякие вот эти обертывания, кремушки. Водоросли очень полезные и очень быстро растут. Вот, кстати, видите, вот такую вот целую связку тянут. И ее будут использовать дальше. Вон кисюля бродит. Мы бродим в поисках Starfish and Octopus. Будешь пробовать водоросли? Нет. Все, видите, урожай собран. Можно есть. Ну, либо... добавлять в косметику. Прикольно. Растут они очень быстро. Они такие, как хрустящая капусточка. Джамбо, джамбо. Джамбо. О? It's beautiful. And how much? $20. $20? Can I touch? Она очень тяжелая. Wow. It's cool. Масюля. Ля. Надо? Нет. Не надо? Может, подписчикам привезем? Не, ну такую большую, куда мы ее поместим? Cool. Это разве что вот такую, либо. Ребята, вот такую. Мы знаем, что вам привезем за ваши лайки и комментарии под нашими постами из Занзибара. А еще есть большая, которую мы сами нашли. Thank you, my friend. I come back later. Okay, see you later. See you. Thank you. Ну, Масюля, ну, пожалуйста! Нет, она нам не нужна. Я хочу ее вместо рамочки поставлю на своем рабочем столе. Зачем тебе нужна эта ракушища? Пожалуйста, не знаю, зачем мне надо. Не надо. Надо! Не надо. Уговорить ее по-братски. Я маленьких тебе насобирала. Маленькие оставь себе. Большая. Я хочу большую. Не хочешь. Хочу. Тебе кажется. Проверенный метод, ребят. Когда стрёмно наступать на дно, идите по шагам своей женщины. Ты засранец. В древние времена
пускали в эту пещеру, чтобы она проверяла, нет ли там всяких зверей опасных. Если сожрали, если сожрали, значит, ищешь новую бабу, да. Если нет, то значит можно заходить в пещеру. Так и здесь, видите, очень удобно. Мося, держись. It's dangerous? Ah, not danger. When you step on by foot. О, Ульон шевелится, блин. We have many. Я вчера, короче, побоялся его подержать, это сегодня подержал. Если его разрез, там внутри маленькие кусочки мясушка. Мастер, тебе лишь бы мясушка, блин. Нет, ну я говорю за то, что ежишь. Красивый. Thank you. Опасные большие за счет того, что у них длинные иглы, и они очень-очень тонкие. Попадая в кожу, они начинают крошиться. Куна матата, Занзиба, Джирафа и Дольфи. А, окей. Можно заказывать любую свое имя, можно нарисовать жирафа, дельфина и все такое. And how much? Dollar, euro. Dollar. For dollar? Yeah. 25. Oh, my friend, it's too much. For you, how much you need? 10, only 10. Tell you small money, my friend. Why? This is a very, what card is it? Very good. Handmade? Uh-huh, yes. Okay, see you later. Awimbuwa, 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 awimbuwa. Jumbo. Jumbo. Ah, I'm fine, how are you? I'm fine, I'm okay. Okay, see you later. Hakuna Matata. Наш обед на фоне прибывающего океана. Добрый день. Добрый день. На первом месте по вашим запросам было рассказать о малярии. Мы об этом напишем пост. На втором месте показывать как можно больше еды. Пожалуйста, обед на пляже. Сразу скажем, что в Африке еда — это не в Турции еда. Да, они очень долго несут. Они очень медлительные, неторопливые. Естественно, еда и выбор еды отличается. Все такое достаточно просто. Сири в стиле Акуна Матата. Да. Простое, но, мне кажется, знаешь, как-то приготовлено, как будто по-домашнему. Такая домашняя еда. Это, кстати, салат. Вкусный, местный, по типу Цезаря, греческого, да, греческого. Да. Вот то же самое, по сути, только там еще авокадо, да. Это курочка какая-то, это местный вариант маргариты. Ну и, да, то есть, и, естественно, бургер, потому что по классике везде, где мы бываем, везде мы пробуем бургер. Это лимонад. Всем приятного. Биф. Ну так, по-домашнему. Котлеты нормальные? Да, котлеты нормальные. Знаете, как в школьной столовке? Котлета в тесте. Оно. Да, такая-то котлета, как школьная. Кстати, по поводу экскурсий, покупать у местных или туроператоров. Наш друг, который организовывает нам все наши поездки, Максим, посоветовал, что все-таки лучше и безопаснее брать у туроператоров, несмотря на то, что это дороже, но это безопаснее, потому что все-таки они несут ответственность, там есть все равно какие-то страховые случаи и так далее. А если вы берете у местных, это будет дешевле, но как бы они такие необязательные, и вдруг что случится, они, естественно, скажут, что они не при делах, поэтому имейте в виду. Я солистка новой группы. Сегодня у нас какой-то вечер открытой кухни, уличная еда. It's the African night. I'm a chef Madiko from Zanzibar Maria. See? Yeah. So I put some chicken, some vegetable, and put some mayonnaise. What? Mayonnaise? Yes, lot of work. But my friend like more chicken. Yeah. Yeah. Boom. Boom. It's beautiful. Масюля, шеф Матис готовил специально для тебя. Это местная пицца. Лепешка какая-то. Нет, это именно пицца запечатанная. Там со всеми прибамбахами, все как ты любишь. Курочка, овощи, майонез. Чуть-чуть. Чисто для вкуса. На вкус как большой пельмень с соусом. Это какой-то специальный соус. Реально как пельмешек большой. С курочкой, наверное. Это куриный, да. Можно было взять с красным мясом, но я взял с курицей. Пойдет? Да. Шеф старался. Я говорю, щепоточку добавь, он да окей. И все дела.
зацените, мне нравится визуал вообще. Жар такой, класс. Не знаю, что это. Рисок. Тоже какая-то жижа. Опять рис. Ну, то, что нужно на ужин. Сплошные углеводы. Еще рисок. Что у них за прикол? Вот на ночь постоянно макароны. Бред какой-то. Картошечка. А это чапати. Yes, чапати. This is a chapati. It's like bread. Yes, like bread. You take this. Oh. And make it this. Okay. Make it this. Yeah. Already to cooking. Oh. Yes. Cooking this. И выпекается прямо на угле. Получается, вот потом вот такими кусочками нарезают и можно кушать. Thank you. Thank you. Концерт по заявкам. Главное, чтобы никого из нас не съели. Да. Вот так сидишь и смотришь, и они уже минут 40 делают одно и то же. И ты в какой-то момент думаешь, нахрена они делают одно и то же? Типа, не могли бы разнообразить свой танец? Не люблю, когда в кадр входят. Но вот за это время ты входишь в какую-то медитацию. И ты уже прям... Ну, короче, прикольно, мне нравится.